Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для развития творческих способностей и интеллектуального потенциала детей. В этом возрасте ребята чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Их мышление не задавлено догмами и стереотипами. Космонавты – это такие люди, которые летают в космос. Говорят, какие есть планеты и как на них, есть ли там жизнь или нету. Они герои. Едят вермишелевый суп. Сок в тюбиках. Ну а где эти тюбики взять? Что, из-под крема маминого берут? Белка и Стрелка – это две собаки. Просто люди хотели узнать, как там в космосе. Вдруг они там заразятся. Человека же сразу нельзя туда отпускать. Космический корабль – это такой дом для космонавтов. Очень дорого стоит. И его, ну и ракет их очень хронит, потому что, ну, очень сильно копят, потому что их мало. И они очень нужны, чтобы летали космонавты. Работая в составе экспериментальной площадки, специалисты детского сада совместно с проектом кукольных мультфильмов «Эллен Дворик» организовали детско-взрослую кинематографическую проектную деятельность. Такой вид деятельности для детского сада, конечно, является уникальным и, на наш взгляд, крайне актуальным. Дети импровизируют, придумывают свои сказки, который впоследствии становится полноценным сценарием для видеопрограмм. Ты слышал, что Белка и Стрелка полетели в космос, а нас не отправляют? Детско-взрослая кинематографическая проектная деятельность может быть невероятно интересной для детей, так как становится самобытным проводником к сердцу ребенка, позволяя ему наиболее полно выражать свои чувства через игру и фантазию. Кинематография имеет уникальную возможность становиться своеобразным гидом для ребят, позволяя знакомить их с абсолютно разными, но актуальными темами современности. Прежде чем приступить к созданию видеопрограммы, проводится серьезная предварительная работа. Идет сбор материала соответствующей тематике, совместно с семьей разрабатываются мини-проекты. Дети посещают музеи, участвуют в экскурсиях, встречаются с интересными людьми. То есть они оказываются вовлечены в поисково-познавательную деятельность. После написания сценариев начинается интересная творческая работа над подготовкой декораций. Совместно разукрашивать планеты, вырезать звезды и делать огромное звездное небо, создавать костюмы для кукол. Все это позволяет через простые вещи развивать навыки рисования, моторику, художественный вкус, аккуратность и ответственность. Работа выполняется под руководством взрослых и опытных профессионалов. Затем ребята учатся озвучивать героя, играть куклы, придавать персонажу аудиовизуальный образ и даже сами становятся актерами. Каждый раз на каждый слог. Дети имеют редкую возможность познакомиться с технологиями телепроизводства, основами видеосъемки, звукозаписи и видеомонтажа. И не бойся мечтать, ла-ла-ла-ла. Вот раньше просто все играли и с одного микрофона записывалось. А сегодня у нас есть целый завод. Мы привлекаем к участию в проекте родителей ребят и их старших братьев и сестер, позволяя сделать творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми привычным и радостным делом для детей. Ты не бойся мечтать. Еще раз пишем. Записанный материал может использоваться для просмотра остальными ребятами, не участвующими в экспериментальной деятельности, а также для воспроизведения в других детских садах.
Подводя итог, по нашему мнению, работа детского сада совместно с проектом кукольных мультфильмов «Эллен Дворик» как нельзя лучше способствует формированию творческого и интеллектуального потенциала дошкольников, предоставляя возможность в инновационной форме помочь детям развить свои способности, склонности, интересы, начать поиск своего социального, а в дальнейшем и профессионального самоопределения. Чтобы стать космонавтом, нужно учиться. Как там на Луну выходить? А ты что там, выскочишь и будешь бегать, а воздух у тебя там закончится. И нужно быть не обманчивым, а справедливым. А если ты просто слетаешь в космос и никому не расскажешь, что там было, и будешь самым умным. А нужно всем рассказывать, что такое космос и что в нем, где опасные планеты, а где нет. И вообще, что творится вокруг нашей Земли. Вы знаете, самое главное, обязательно будьте здоровы. Это обязательное условие. И обязательно что-нибудь творите. Лепите из пластилина, рисуйте картинки, делайте поделки. У вас такие замечательные поделки. Пожалуйста, творите и будьте счастливы.